Честно говоря, было очень легко. После такого длительного периода отдыха это было прям как глоток свежего воздуха. Эти старты для меня, если честно. Вроде бы не столько много дней они проходили, но как глоток свежего воздуха было. Даже учитывая, что мы там плыли, ну, многие ребята плыли по много дистанций в день. Но даже с учетом всего этого, как бы мы особо и не уставали. Получали это удовольствие и, в общем-то, уже, ну, все пытались вывести более высокую строчку рейтинга. Это последний старт был в сезоне. Вообще мало стартов было. Вот. Как бы не разбегалась, ничего. Рассчитывала хотя бы на финал. Вот. Но хорошая дорожка, в принципе, была. Вот, отдохнула я. Ну, перед именно универсиадой. Ну, хорошо пробежала. Личный рекорд поставила. Хотелось, во-первых, поздравить и Олега Степановича, и студентов, и преподавательский состав, и тренеров, которые работают с ребятами в обычном режиме тренировочном. Это большой хороший подарок к юбилею вуза. Да, в этом году мы знаем, что 70 лет нашей альма-матер. Поэтому здесь вот все как бы складывается очень хорошо, позитивно. И, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти традиции, они были укреплены. И ребята, поступая в вуз, понимали, что здесь у них не заканчивается спортивная карьера, а наоборот, она имеет как бы тот качественный импульс, который вот и позволяет показывать высокие спортивные результаты и на студенческом уровне, и защищает честь нашего региона, честь нашей страны на соревнованиях любого уровня. Еще во время визита министра спорта Российской Федерации 18 сентября в Омск предварительно была достигнута договоренность между ним и губернатором Омской области о том, что соревнования следующей летней Всероссийской универсиады в 2022 году могут пройти в Омске. И нам уже сейчас нужно задумываться о том, чтобы мы качественно подготовили заявку, чтобы мы определились с местами проведения отдельных видов спорта. Поэтому разговор шел уже о будущем.